из Германии, что я чаще всего вспоминаю, ту красоту, которую я там видела. Вот вам покажется странно, а мне даже снится. Хоть эта красота была из-за проволоки колючей. По возвращению с Германии я вот ощутила отверженность свою. Это тайна, с которой прожито 40 лет или больше. Мы вообще должны все время ценить то, что мы остались живы. Так как же можно гневить Господа и говорить, что ты несчастный?